С удовольствием приветствуем вас с берега Средиземного моря. Но здесь все прекрасно, все обалденно. Но я хочу рассказать вам о минусах, которые мы ощущаем уже четвертый год, живя в Испании на море. Минус этот, посмотрите. Нет, мы не были ни в секонд-хенде, ничего это не покупали. Это просто вот такая ситуация. Посмотрите, что происходит. То есть все кожаные вещи, все, пожалуйста, начинает покрываться плесенью. Представляете? Это все, что здесь лежит, это все плесень. Вот. Дольче Габбана, пожалуйста, плесень. Пожалуйста. Хуго Босс, плесень. Опять-таки, Босс. Босс, видите? У нас все чисто морковое, чисто фирменное. И все это, Кензо, все покрывается плесенью. Перчатки, кожаные изделия, понимаете? То есть, вот в такой красоте приходится нам все это проветривать, понимаете? Вот. Могу даже для вас, пожалуйста, примерить Михалыч в Дольче Габбана. Пальтишко, пожалуйста, первая линия. Видите, какая красота. Но, о господи, пахнет, знаете, как у бабушки в шкафу, нафталином. Почему? Потому что обалденная влажность, понимаете, да? То есть, и все в доме, все в шкафах, все покрывается плесенью. Но, что самое интересное, вот эти, например, ботинки, опять-таки, Бугатти, фирма Бугатти, полностью были матовые в плесени. Это сейчас мы их постирали в стиральной машине. Мы все вот эти вещи должны постоянно перестирывать, понимаете? Вот, унты, пожалуйста. Женские унты Стедик носит. То же самое и стиральной машины. Почему? Запах отвратительный. Все покрывается плесенью. Очень много вещей нам приходится просто выбрасывать. Это то, что мы успеваем спасать и так далее. Так что вот это огромный минус в Испании. Но они еще есть, эти минусы. Если хотите, мы вам будем рассказывать об этих минусах. Так что вот, живя в раю, в прекрасных условиях, мы подвергаемся постоянно атакам окружающей среды. Так что вот, не везде коту масленица. Всем пока-пока. Михалыч с вами был на связи. Скоро он уходит в море на парусной яхте. Чао.